Привет, ребят, сейчас будет обзор на последствия бурана Ваня. Два дня пришлось снег чистить. Вокруг дома, вокруг сарая, скидывать с парников. Здесь дети играли, поэтому брустверы такие уже некрасивые. На ангаре тоже пришлось скребком, вон у меня скребок. Купил новый, старый разлетелся, вон он на конце, поменял. Вот, эти все проходы снегоуборщиком чистил, вот он у меня в хлобуде стоит. Но сегодня я его не заводил, он сегодня отдыхает, красавчик. Без него вообще тяжко было бы, прямо вообще красавчик. Причем вот только вот этот проход сломалось. Да, вот у этой болт вышибло, у одной. Ну и у меня тоже. Так, это вся куча с крыши хлобуды. Залезал туда тоже, короче, скидывал. Тут куча, чтобы к турнику был доступ. Обязательно. К маленькому турнику тоже для детей. Так, здесь супруга. Говорит, чтобы можно было выходить в тапках и не подскользнуться. Дальше идем. Так, пристройки, получается, эту мать вчера скидывала. С парника тоже она скидывала. Я не скидывал, я только вот здесь вот проехал. Нормально, чтобы было широко, как на Красной площади. Так, это теплица. Мамка скидывала, я так что-то помогал. Надо, по идее, с боковин тоже скинуть, но уже сил нету, прям вообще нет сил с этим снегом. Так, дальше, значит, доступ к колодцу. Так-то там автоматика, насос, все дела, но мало ли, времена такие, что доступ должен быть. Маленько я к нему. Вот здесь вот, это сам прям беда. Почему? Потому что, получается, крыша, я про нее ролик снимал, то, что там сделал нагревательный провод. Сейчас его включил, кстати. Вот, из крыши скидываю сюда, здесь просто гора гигантская. И, значит, ее лопатами приходится, и снегоуборщик, потому что там от стены меня не доедет никак. Поэтому лопатой перекидывать, такой кардио нормально. С крыши бабки двоюродные тоже не забываю. Вот. Со своей тоже нормалек. Вот. Это куча, так как-то не масштабно. Во, вот так лучше видно. Это все как раз вот с крыши, можно сказать, снег этот. Так, до курятника дорога нормальная, пешня знаменитая. Вот, сверху получается, здесь тоже, насколько скребок, 6 метров у меня, по-моему, ручка. Хотя я не уверен по поводу 6 метров, тоже скидываю. Так, ну здесь, значит, это посушить белишко, получается, тоже заход специально. Тоже чистим, нормалек. Так, дальше идем. Это вдоль дома получается. Обычно я вот сюда встаю и скребком с крыши. Но сейчас не полезу, а то телефон еще уронил, будет смешно. Телефон испортил, пока снимал снег. Вот. А так это самое, он у меня валим. Налить какая. Зараза. Сейчас мы ее потопим проводами. Пожгем. Так, ворота открываются. Супругу почистил, сейчас я их открывал. Здесь тоже получается. Сейчас вот эта вот налить, по идее, растает. Там, потому что у меня провод нагревающий. Вот, стоянка получается, да. Со стоянкой смешно. Я чищу, короче, вот эту вот всю площадь. Тут осенью сосед, вот, знаменитый мой, он начал тут это пеньки какие-то наставлять, границы делать. Вот. А потом такой, типа, что ты, говорит, снег, говорит, чистишь, мне, говорит, летит. Ну, ему это вот, в смысле, на территории. А там из этих пеньков, короче, хрен проедешь. На снегоуборщике. Вот. Я ему объяснил то, что в том сезоне я целиком чистил, и вроде проблемы не было. А он пеньков наставил. А он мне такой, ты, говорит, пеньки, говорит, убери сам. Я говорю, как-то я уберу. Ты наставил. Хрен знает, может, у тебя тут заминировано. Вот. Но он потом пеньки убрал, и сейчас я опять там ездю. Чищу целиком. Так, с предбанника тут тоже убрано. Специально по красоте. Вот.
двоюродную бабку свою не забываю. Что-то как-то тут, о! Ну и, соответственно, вот это самое проблемное место. Почему? Потому что тут я не клал кабель нагревающий. Вот, надо будет как-нибудь все-таки залезть и сделать. И, соответственно, сегодня вот тут была где-то до, можно сказать, половина окна сейчас с крыши. Снег весь этот. Вот, и я его перекинул сейчас вот сюда. Хрен знает, там это самое. По идее, надо вот это вот, но уже сил нету вообще тягать это все. Вот. Сейчас, походу, домой забурюсь и усну. Вот. Ну, собственно, такая штуковина. Вот. Серьезный буран. Прям в этом году снег идет супер. Как там новость была, надо в Саудовскую Аравию отправлять на Новый год снег вагонами. На этом все. Всем пока. Всем удачи.